пропустить. Всем привет! Здравствуйте! Сегодня у нас Лиза на день рождения, ей исполняется 18. Вы можете в это поверить? 18. Я не могу. В общем, у нас не прекращаются какие-то вечеринки, сборища, прямо начиная с Лизиного выпускного. Она ездила там по друзьям. Вот, вчера она к себе приглашала друзей. У нас полный двор был выпускников. Но якобы ничего они не праздновали. Просто они сидели там, жгли костер, делали сморс, ели пиццу. Короче, до 12 часов сидели. Вот. А сегодня день рождения у Лизы. И мы едем в Сумо. Просто в ресторан поесть суши. Вот сейчас мы заедем за Лизиным и бойфрендом и поедем. Вот, поэтому от подарка Лиза отказалась, сказала, что она только хочет, ну, то есть мы ей предложили, может, вместо подарка она хочет поехать куда-нибудь, типа роуд-трип. Вот, и она пожелала поехать в Нью-Йорк-Сити. Так что в пятницу мы выезжаем в Нью-Йорк-Сити на 3 дня. Поживем в Нью-Йорке, погуляем, походим. Надеюсь, людей там будет не очень много. Вот, в общем, в Нью-Йорке погуляем. И что еще? А, ну все равно подарок мы ей подарили. Так как она у нас фанатка Фрэнсов, мы ей подарили Фрэнс Лего. Оказывается, сейчас Лего, такие классные наборы есть. Есть такой, называется Лего Креатор. Там такие классные машины. Вообще отдельно продаются еще осветительные... как, ну, называется lighting kit, осветительные такие наборы, что можно прям, ты делаешь эту модельку из лего, а внутри еще вставляешь вот эти лампочки, прям вот эти осветительные, и оно может работать. Вот, например, мы подарили Friends набор, и там, значит, это Central Perk, вот это кафе, где они сидят, все фигурки, все есть, и осветительный набор к нему, то есть вот эти все лампочки в кафешке будут гореть, вывески, в общем, классные. Это будет такая, как экспозиция такая, у нее прямо можно поставить там на полку, куда угодно, и она будет как, ну, такое, как маленькая такая сценка. Вот. Ну, как на настоящее, похоже на настоящее. Ну, вот так вот. Потом покажу, когда Лиза соберет. Кстати, это 16+, то есть не совсем для детей это все. Солнце светит неудобно. Вот. Ну, а мы поедем сейчас... немножко развеемся. Мы все заказали... Что? Мы все заказали супчики сначала. Жорик заказал... Она на лекарстве похожа какой-то. Да нет, она горькая, как от кашля сироп или что-то. Какая-то японская вода, которая невкусная на вкус абсолютно. Я думаю, что она вкусная. Срел, шугар и все такое. Она так интересно открывается, как шарик в ней болтыхается. Вот этот супчик очень вкусный. Я раньше не любила, а сейчас полюбила. Да, я тоже хотела. И ты полюбил. Вот мы сидим, все суп едим. Мы, как обычно, заказали суши. Жорик хибачи. How does it call? What is the name of it? What? Oh, noodle. With what? Mushrooms? Beef, mushrooms. Решили мы прям приехать и выбрать тортик, чтобы Лиза его сама выбрала. Вот. Вот эти очень вкусные, фруктовые. Вот есть такой фруктовый. Вот. Очень вкусный. Cheesecake was just perfect. Вот этот был очень вкусный. Вот этот. Вот он, чизкейк. Есть шоколад чизкейк, есть белый ганаш. Something with little chocolate. Little. Ну, можешь, если хочешь, выбрать себе фрукт. Выбирай, ты выбираешь, Лиза. You choose. Your choice.
Просто помни, что у мамы не будет тортика на день рождения завтра, знаешь? Но если ты хочешь, можешь выбрать фруктовый. А почему у тебя не будет? Ну, потому что зачем два торта подряд? Да. Я просто говорю, было очень вкусный вот этот вот торт. Не помню. Очень был вкусный. А, это чизкейк, да? Да. Ну, что вы хотите? Это... Ну, есть там еще фруктовый. Шоколадных вот этих дом нет. Ну, мы можем два взять. Да куда два? Ты что, это вообще... Ну, это нет. Очень вкусно было. Это был очень вкусный. Я же говорю Лизе выбирать. Ну, просто, чтобы она помнила, что у меня тоже завтра день рождения. Готовы? А где Винченцо? Подожди. Ой, смотри, это скривилось как посерединке. Где? А, она красивая. Давай. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lisa. Happy birthday to you. Подожди. Фотография. Picture. Давай. Привет. В общем, короткая сводка новостей. Сегодня день рождения у меня. И мы пьем шампанское. Никуда не пошли. Никаких кафе, ресторанов. Никаких гостей. Ничего. Пьем шампанское. Сидим, смотрим кино. С Бриджит Бардо. Бог создал женщину. Отдыхаем, полный расслабон. Лизка нас умотала за эту последнюю неделю со своими вечеринками, выпускными и все. Вчера у нее был день рождения, сегодня у меня. Сегодня мать отдыхает. Так что до встречи в Нью-Йорке теперь.